Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео я покажу, как приготовить ржаной хлеб в хлебопечке Panasonic. Поделюсь некоторыми особенностями и секретами, которые позволят вам легко и просто приготовить ароматный, вкусный и красивый хлеб. Сначала извлекаем ведерко из хлебопечки. Обращу внимание на то, что для ржаного хлеба нужно использовать не стандартную лопатку, а специальную, предназначенную именно для ржаного хлеба, с прорезями. Ржаная мука более плотная, поэтому для того, чтобы хлебопечка служила вам долго, нужно использовать лопатку с меньшей нагрузкой. Итак, первое, что мы засыпаем, это, конечно, дрожжи. Если в хлебопечке есть отдельный диспенсер, можно засыпать в него. Если нет, давайте я сейчас покажу, засыпаем прямо в ведерко. Далее нам нужна мука. Отмеряем 300 грамм белой. Очень важно, чтобы у вас были весы. Если вы точно соблюдаете рецептуру, указанную в инструкции, хлеб получится лучше. Для того, чтобы хлеб получился более высокий, лучше муку просеять. Ржаной муки нам потребуется 260 грамм. Ржаную муку также просеиваем. Если вы хотите получить более светлый хлеб, добавляйте больше пшеничной муки. Более темной, больше ржаной. Но общее количество муки должно быть одинаковым. Теперь засыпаем сахар, соль, тмин. Можно использовать либо квас, либо любой другой пенный напиток. Результат получается по опыту аналогичный. Кваса мы заливаем 400 мл. Тут старайтесь измерять не граммы, а именно миллилитры. Потому что плотность кваса отличается от плотности воды. И для того, чтобы хлеб получился максимально высоким, важно налить именно 400 мл. Заливаем квас в ведерко. Старайтесь делать это равномерно. Ведерко устанавливаем в хлебопечку. Выбираем программу номер 7, ржаной хлеб. Запускаем. A few moments later. Так, друзья, хлеб у нас готов. Извлекаем. Обращу внимание, лопатка осталась в ведерке. Для того, чтобы хлеб был более воздушным и вкусным, рекомендуется остудить его на решетке. Если решетки под рукой нет, можно просто на бок его положить. В этом случае отверстие от лопатки будет сбоку, и так хлеб лучше остынет. Ссылку на рецепт ржаного хлеба и адрес официального сайта ePlaza Panasonic.ru, на котором вы сможете найти различные модели хлебопечек и узнать о них поподробнее, я оставлю в описании под видео. A few moments later. Спасибо за ваше внимание.